Сотрудники ДПС в деревне Чкалово для проверки остановили автомобиль. В салоне машины сотрудники полиции обнаружили сверток с порошковообразным веществом светлого цвета. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Согласно заключению эксперта, порошок является наркотическим средством – мефедроном, общим весом свыше килограмма. Задержанный пояснил, что наркотик он забрал из тайника и должен был его расфасовать, а затем распространить через закладки. В отношении мужчины следственным управлением возбуждено уголовное дело. Сейчас он заключен под стражу.